Аламерт представляет. Походу, ты будешь за Артаса, а я буду за... Либо за какого-то этого. Капитана. Так, Капитан, все, не проматываем ролик, погружаемся в атмосферу. Ой, что же сейчас будет? Ты меня даже ничего не предупредил, что тут есть, как бы. Тут просто ощущение Стратхольма получается. Тут типа... Они за Вариматраса играют? Нет, ну за Малганица вроде, и за лагерь андедов. А мы за этот, за Артаса. Да ладно, круто, и я обожаю, я хочу еще с обелисками, так, ролик, как его промотать. Джайна, моя хорошая, такая скатилась в Battle for Azeroth, ужасная рад, женщина. Я рад, что ты все-таки решился, Утар. Какое же узкое лицо у него. Следи за языком, юдуша, как будущий король, я приказываю, ты еще не король. Те самый легендарный момент World of Warcraft, который изменил всю вселенную, можно сказать. Вов, он вообще по-другому показан. Да. Как да, архитектурно, да. Так и... Весь город должен... Мы поэтому ждем Reforge, типа там будет как в Вове. Reforge, да. Это ты перематываешь? Нет, я вообще не трогаю. Или... Это кто-то мотает. Кто-то из наших противников. Это нежить уже здесь нам срет, понимаешь? Ты Артас, Я Да, а ты, получается, работяга. Так, у тебя... А я не могу строить. Нет, ты можешь строить. У меня только... Там... все, я вижу. Так. Ты, получается, мне ресурсы добываешь или что? А хрен его пойми. Офигеть, это так круто. Я обожаю. Так, качаю... Погоди, все, может, уже пойдем, нет? Да, конечно. За честь и отвагу. Сейчас я небольшую оборону обустрою нам. Давай туда сюда нападем. Уже сюда говнари придут иначе и сидят нам жопу. Да, так. Я сейчас тоже. А ты кого строишь в алтаре? Войска? Да. Там можно строить пехотинцев, мне тоже оказывается. Так, все. Самое главное, когда они вылупятся из домиков, нужно их сразу убивать. Я прям жду Reforge, чтобы поиграть. Вот. Сказали, что выйдет 28 ноября Reforge, потому что, ну, или на близко не объявит, когда он выйдет. Может, даже раньше выйдет. Так, сейчас сделаю. А ты что, как пошел? Там никто тебя не сожрет? Нет. А, ну все нормально. Так. Не должен. А ты же не ко мне? Нет, я иду, я к тебе. Вон, Алмир, видишь, когда продолжение? Ребят, нежить, вы должны вообще-то это, не щелкать своими постями, вы должны атаковать нас. Началось великое рубило. Забоеваться. За честь и отвагу. Может, погромче им сделать? Это? Кого? Кому? А я так, зрителям, А чё ты не бьёшь их? Почему ты не бьёшь их? Я на лагерь отвлёкся. Всё. Сейчас, блин, Малганус появился. Ни хрена себе у него гулей. Мне кажется, мы всрали. Ну да, типа, если бы это бот был, то это было бы легко, а так как бы... Они видят, что одного удара разум. Ничего, воспряли. Он рядом с нами, блин, слева. Мне кажется, лучше текать. Пожилой стрим по Warcraft 3. Так, слева, да? О, всё. Уходим. Ничего, пока... В наших душах горит. Пока не видят все равно нас. Видят они все. Пошли в... Пошли... Я не буду говорить, куда мы пошли. Ну да, стрим-то они не смотрят. Ну, я надеюсь, что нежить не умеет смотреть стримы, поэтому... Ну да, нежить тупая. Да, нежить, за честь и отвагу вам. Земля вам говном, нежить. Борис... Борис с буквой... А, Берис. Ну, я пошел. Не обращай внимания. Так, а где мои футмены? Их съели, что ли? А, нет, они вон они. Они уже добежали. Ты башенки, главное, там, да, этот, ставишь? Там все нормально. Так, все, бей этих говнарей. Да, челядь. Эй! Почему вы не... Баба. Женщина, точнее. Ну, ладно. А у них, они могут войска как-то создавать? Или им... Да, у них есть огромный фиолетовый лагерь вот здесь. А, охренеть. Это как бы его, это... Братья... Пока мы проигрываем, пока мы всираем, если честно. Рискнуть. Так. А он нам на карте сейчас перестал, да, виднеться, блин, понял, вижу. Да. Ладно. А голда где? Голду добывает Аламерт, а я, типа, отвечаю за... Я тебе могу дать денег, если типа, ты хочешь. А у меня пока есть, у меня нормально, я так потихонечку по одному юниту строю, то есть... Ну, у тебя дерева нету. На, хотя понял. Бы... Хотя бы вот такая взяточка. Древесная. Монаха подкупили. Смотри. Я коней строю. Все-таки, мне кажется, кони всех лучше будут против гулей. Кони против гулей. Так. Он, походу, пойдет наверх, я думаю. Ну, бот так-то, он всегда шел вот сюда. Вот, в эту точку, я помню.
Но это нас не бот сейчас, ребят. Если что, мы играем. Да, игроки против игроков, только игроки играют за Артаса, игроки играют за Вариматас. За. Я путаю постоянно. Малгануса. Да. Вариматас умер. Вперед, воины света, убьем. За моего отца, как говорится. Тварь. Накажем этого мерзавца. Надеюсь, я правильно таланты вкачал? Ну, в защиту больше, в ауру, чтобы да нормально, была защита. Все, пошли найдем его. А вон, вон о, это. О. Убери. Целителя. Назад. Да, микроконтроль. Ура! Блин. О-о-о, здравствуйте. Жопа. Добрый вечер, я диспетчер. Эй! Не, ну это просто жопа какая-то. Ты посмотри, сколько ее. Не-не-не-не-не-не-не, парни. Таких приколов я не видел, парни. Да я, короче, жуков убей. Пипец, они закопались. Ты видишь? Это просто жопа. Моего коня дерут. Нет. А тебя убили, что ли, да? Не, у меня Артас-то с баблом, а... Кошмар. Моего отца, ребят. Я сейчас резну всех, кстати. У меня есть рез, так что вы не бойтесь там. Да. Кто тебе... Так, блин. У нас войска размазаны по всей карте. Они тебе не дадут выйти из этого. Эй! Я же говорю... Артас! Сволочь. Бессердечный. А ты тоже сдох, да? У тебя героя вообще нет? А у меня нету героев, да. Ух ты! Они еще напали на город наших союзников. Понятно. Я все понял. Все из-за утра. Утр ушел. Будь утр с нами, мы бы... Да, я согласен. Будь утр с нами и Джайна, мы бы тут справились. Так, сейчас воспрянем из тени. Все нормально будет. Да. Им? Нет, числа. Это еще... Вов 3, стул заморозили, да. Да. Эй. Ну, давай, короче, карта немножечко дисбаланс. Ну, честно, дисбалансная немножко. Вот честно, тут у Малгануса априори больше шансов. Ну, по-моему, тут... Малганус. Если... Вот эти жуки заколебали. Который закапывается. Блин, ты его хильни этого говнаря. Хильни Малгануса. А я не могу, у меня... Эх. О, он сдох! Это дерьмо сдохло, все. Ты посмотри, да, что да, это просто... Это интересная, кстати, тактика. Кажется, тут люди играют годами. Отвлекающий маневр. Гонтер не падет. Ну, я пошел. Чиним алтарь. Найти цель. Да, господин. Надо найти Ануса, Малгануса. Будем сражаться остатками. Они... Анак, дай ссылку на ваш Warcraft 3. Как я тебе дам ссылку? Типа, скачать игру можно с официального сайта, чтобы в официал... Так, Никита, ты отвалился? А чё? Блин, вон он делает. Я же говорю. Да. А, всё! Это... Типа он разрушил мой алтарь и всё, пока. Ну, поздравляем. 44. Мы все-таки убили. Ну, тут надо тактику какую-то особую против этих. Тут нужно стрим вырубать. Ну да. Просто черный экран на все. Да. Так. О, господи. Отлично. Я еще должен строиться еще. За нежить еще. Ты не умеешь строиться за нежить? Нет, конечно. Откуда? Ты с ума сошел, что ли? Ну ладно, что поделаешь. Нежить самое сложное в строительстве. Нам нужно торопиться. Да, я, короче, пока буду на себя отбивать удары. Родоподъем! Нет, я умею, как бы, я не умею правильно строиться, чтобы все это рассчитано было хорошо. Ну да. Забей. По тактикам. Никто не умеет. Чего? Что приказать? Ага. Блин, какие незадроты. Так, я пошел разведочку сразу запущу, сразу надо патрули запустить. Снизу вроде эти сидят. Союзники его. Они, которые вроде тоже будут наблюдать, но это не его. О! Это нормально, нет? Это нормально? Он нормальный, скажи, нет? Главный Гаритас. Я вижу, ты успел возмужать. Раньше ты владел моим разумом, демон.
но больше это не повторится. Я должен рассчитаться с тобой. Они приближаются. Да доверять можно. 100 тысяч, поздравляю, спасибо большое, спасибо, приятно. Это было приятно. Так, мудрый выбор. Предатели, вы поплатитесь за это. Так, у меня тут война уже идет. Я уже заметил, я говорю, посочувствовал тебе. Да, нормально. Это что такое? Типа, они тебя... А, нет, они не победили. Да, о, ничего, о, хорошо, не могут, я думал, против они... Гарритаса, и это, блин. Нет, 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 тебя сейчас завалят, блин. Я уже начал пугаться. Бей, наш город, бей, осаждают враги. Ненавижу глупцов. Враг наступает. Нам нужна, да, помощь. На, я займусь этим. То, что нужно. Какая твоя любимая раса? Ну, по сути дела, нежить моя любимая раса. Но вот я научился играть только за Альянс. В плане строительства. Куда-сюда, туда-сюда, типа. Туда-сюда, обратно, как бы. Так, ладненько. Хорошо. Да, хорошо. Чего желает мой повелитель? Только людям. Отлично. Так, что у нас? Могильщиков, лудильщиков нужно побольше делать. Тихонечку начать. Жду, так, да что? А, так, это ролик. Как сцена? Как... Давай, где, давай, где что гномы? Такое? Лорд Гарритас, наши гномы так и не прибыли. От этих безмозглых... Блин. Это... Ты просто... Фиаско. Они просто напали, когда у тебя все войска были... Да, да, да. И у меня даже нет свитка, как бы. Ну, это мой косяк, нужно свиток сразу же покупать. Да ладно, я это... Нам нужно торопиться. Да-да. Я займусь... У меня тоже нет свитка, блин. Пожалуй, пора. Да. Угу. А мне некуда, тем ну, более. Я пошел. У меня это. Хорошо. Ненавижу глупцов. Так скажем. Спасибо большое, Бегра, спасибо большое за донейшн. Сейчас я на все отвечу. Пожалуйста, дайте мне немножечко времени. Проблемы. У меня просто большие проблемы. А, сволочь, меня законтролил. Ты огорчил меня, брат. Ты огорчил меня, брат. Ты меня тоже все огорчает. И ты еще называешь себя Натрезимом. Сволочи. Как можно так в крысу нападать, я не понимаю просто. Если в крысу в лобовую напал. Пожалуй, пора. Ну в крысу почему? Потому что он типа вот... Я не ожидал, что он нападет. Я пока ему тут дома ломаю. Давай. Бей нелюдей! Давай, давай, давай. Город ваших злых. Хорошая коллаборация такая. Сдохни. Так, Сильвану за контроль у меня. То, что нужно. Бей нелюдей! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пожалуй, пора. Погибли от наших союзников. Сдохни! Город наших союзников в осаде. Бей нелюдей! Итак, оцени ситуацию. Одного из своих братьев я сделала своим слугой, другого разорвала на куски. Какой из этих вариантов тебе больше нравится? Я вырву тебе язык! Зажал меня, зажал меня в тиски. А ты чё, всё? Соски в тиски. А ты чё, всё, что ли? Да я чё, всё? А всё, да? Сворачиваем лавочку. Пипец. Ну, конечно, я могу ещё, наверное, развиться. У меня, может быть, как бы есть какой-то... Вариант Б какой-то, может быть, есть. А, наконец-то. Посмотрим. Так, ладно. Настал час. А кто-то играет за Артасов, а кто-то за Утро? Так, да, что тут нужно делать? Так, reach the end. Скачок. А! Кого-то убили. Нет! А, я понял. Это... Неплохо. Блин. Всё, я понял, что нужно делать. У меня слишком маленький мозг для такого. Да, тут нужно думать, пипец, еще и на английский язык знать. Но зеленый медведь мне понравился. Лорд Гора, он, конечно, прям... Лорд Гора нас убил в Стратхольме, не надо ему. Один только финишировал из 8 игроков. И один получает 8 очков. Это что? Так, do want Архимон tells you. Типа не позволяй Архимонду поговорить с собой. А, что делать? Что делать? Сложно. Как что происходит? Архимон, обожаю Архимон. Я ничего не понял. Вообще инструкции никакого. Просто размазало. А, я понял. Видишь, он повторять за ним. Да, 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 да. Нужно было повторять за ним. Ну очень быстро что-то произошло. Пипец, они
Киберкотлеты 3. Ладно. Ну, я 2 очка заработал. У меня 2 очка, ребят. Лайкните за 2 очка. У меня 4. Откуда у меня 4? Я не понял. Я просто ничего не трогал, а меня... Лорд Гора опять выиграл. Да что ли, что нападайся. Так, что там? Fletch the stick and the return circle power. Ой, господи, боже мой. Меня уже на месте фарш стоит. Собачий завернули. Собачий кайф. А гору тоже убили, да, как я понял? Все, минус. Я так лольно сдох. Я знаю другую пати, где я шарю, что делать. А вот в этой пати я вообще не знаю. Все. Ламерт пес альянс. Вообще никому. И чё? Get a clock. Я пес альянса горжусь. Не знаю, что такое get a clock. Я понял. Плащаней. Давай. Нужно было плащ теней забрать. Мне если у тебя власть. Не найдется плащ теней, то все, это ГГВП. Там еще один есть плащ теней. Забирай, если не нашел. Опа. Ой, не повезло, ребята. Ой, не повезло. Она выжила! Нет. Лорд Гора выжил! Без плаща! Без промедления! Я в шоке. Первый раз такой. Твоя воля закон. А у меня. У тебя как называется? Я Сильвана? Не могу его взять. Как прикажешь? Ну правильно, потому что ты уже взял только хреновый план. Чё произошло, блин? Как называлась у тебя Сильвана? У меня Айра сладкоголосая. Эй, я не могу! Я не мог взять плащ! Вот именно! Он как-то берется хрен пойми. А, все. А я сейчас. Нет, ты взял. На нафиг. Смотри, бегают, кто там? А, лорд Гора сдохнет сейчас. Я хоть немножко позлорадствую над ним. Было. Ну ладно, у меня 8 очков, а ламерды мы обогнали. Это чё? Survive as long... выживите как можно дольше, типа. О, ай. Долго слишком далеко тянуться до О и Ай. Старейшина едет. Где она? А, да. Вопрос времени. 300 маны, ну, господи. Если ты настаиваешь. А чё за... А, это... Неплохая мысль. Вопрос времени. Местные, местные потаскушки, смотри. Меня убили, отлично. Ух. Лорд Гора. Хрен усатый. Смотри, что творит. Где он? А, вон он. Ой, я снова видим. Утро вообще стоит просто, ничего не делает. Все равно лорд Горе удалось умереть позже меня. Сумасшедший человек. У него почти... О, да. крысы. Это что, Пакман, что ли? GTV. Ага, нужно получить чиз. Ой. Так, это ты, да? О, крыса, схватила сыр, смотри. Бей ее! Сейчас. Или что надо? Убей ее! Он убегает. А все, она схватила уже сыр первая. Все, она выиграла. И ну и как крыса, его конечно. Отобрать? Никак, да. Сейчас только паук всех сожрет. Что паука на него натравить, она... Блин, это... Из-за нее сдох я. Сильвана по имени Айра. Ну, Сильвана звали Айра... Что-то сладкоголосый или что-то такое. А, стопить надо. А, он типа жирный... Нет. Это чё? Так, это the pigs. Свиней нужно, короче. Так. Можно дольше свиней. Поглотить D. Не хватает маны. Чего? Артас, кушай кактус. Почему тут нет кактусов? Почему какие-то свиньи? Эй! Дяди свинью. О, все, хорошо, живем. Где-то это интересно, кстати. Так. Ты посмотри на мое ХП, я ни одного еще не сожрал, я не могу. Я устаю у ворот, где никто не выходит. Так, спокойно. Где... Спокойно. Мое. Нет. Я не должен умереть. Защитите Кадоев.
Изверги! Держите оборону! Так, все, походу я... Come on, guys! Hey, guys, у меня все... Сколько кадоев померло? Нет! Нет! Голодомор убил меня. Опять? А, нет, не он. Гарбра что сама. Нужно сделать? Я не знаю. А, он сейчас будет призывать... Понял, я понял. Так, я понял, что нужно держаться где-то вот тут, вот, желательно. Тут и стопорить, кстати, можно. Своих противников. Ну, Риксар, конечно, колдун это вообще. Это не Риксар, это Гармур Росомаха. А почему у Риксара вот в Вовке нет такой способности? Прикинь, круто же было на самом деле бы, да? Так, согласись. Так, говори, каких способностей нет у тех, которые иначе... О, еще один, от своего брата призвал. Какие, например, есть? Какие, например? А, у кого, где? Какие, например, нет? Ну, сложные мысли формулировать, когда ты мозг занят другим, согласись? Сейчас стриминги. Приедет. Как его зовут? Лис. Первый Росомаха, второй Лис. Глоктар Сквобу. Не психуйте. Я должен победить в каком-то раунде. Все равно я должен... Ребят. И тут тоже, кстати, кадои, ребят. Защищайте кадоев. Почему вы убегаете о, от я них? Я третий приехал. Четвертый, блин. Смотри, просто... у розового фул хп. Просто розовый просто тащит невероятно. Нужно розового топить. Я-то розовый... Какой-то. Я-то розовый... Да. Я-то сдохну розовый, стадо а вот... ящериц. Тебя я тоже. Лис, Росомаха, волк и медведь, охрененно. Барсук. Сдохни во имя человечества. На последнем дыхании. Это было горячо. Так, это что тут? Dig Home. Ага. Вот это, кстати, интересная карта. Мне она очень нравится. А что делать надо? Надо к тебе, короче, туннель прорыть. И за тобой отправятся охотники злые очень. Будут бегать всех жрать. И ты должен прорыть себе туннель, чтобы тебя не сожрали. Сделать себе дом. Ну, то есть ты типа глист-разведчик. Я молодец, я прям около портала построил дом. А. Я думал, ты типа... На... А, ладно. Не хватает дерева. Утро Якубович. Ну все, я готов защищаться. На самом деле, у меня хорошее, достаточно хорошее местечко. Лишь бы сова ко мне не пришла. Так, Alt QQ глист у нас колышется там. Не знаю, чё, куда деваться, что делать. Сова не спит. Сова отстанет, отстанет меня. Зачем ты побежал-то? Он что-то как-то... Эй, лорд гора! Тварь. Все черви в одном месте просто. Проклятый Гладан. Тогда я вам... Stay on the... Ага, понял. Короче, нужно стоять в свете, что ли? Или в Наташе? Не понял. Что происходит? Да. Ой. На проклятой земле. Из-за того, что первый раз играю, я очень тупо сливаюсь. Чувствую, что сейчас... Я знаю точно наперед, сегодня кто-нибудь умрет. Так а что ты не жрешь? А, я не могу. Они уже потому что жрут этот труп, я не могу его жрать. Так, все, я понял. К оружию! Так, все. Во имя правосудия. Мы же с тобой, да, правильно? Да. И против нас какие-то неизвестные ребята, по сути дела. За веру и народ. Понял. И как еще тут не будет каравана, потому что... Спасибо за честь. Тут, по сути, стримстайпа нету. Тут, по сути, мы в одной... Ну, да, тут как бы мы защищаемся, поэтому да. Вообще... Мы никуда не ходим, так бы. Что это к нам ходит. Так. Так... О чем вы просите меня? Ты можешь построить, в принципе,
Так, ты... Кто-то строит хиллеров, кто-то строит армию. Ну давай я буду... Я готов. Хиллеров, что ли, строить. У нас так ровно наполовинку все разделено. Ну да, и коммунизм. Мне неведом страх. У как меня кот прикольно. Сильвана дерется с кошкой Андуином. Где? Может быть, должен быть кот Андуин и кошка Сильвана. Ну я ладно. Готов. В семье не без Андуина, так сказать. А, кстати. А чем вы просите меня? Почту за честь. Как прикажете? Чё, где, какая? Будет исполнено. Здесь, около фонтана. Почту за честь. А что там можно делать? Тут... Ой, блин. Да ладно. А, нифига себе, прикольно. Внемлю ваш. Я не знал. Радхольм до того, как стал... Нашел нычек. Пасхалочка. Пасхальное яйцо. Вон тут овца. Где ты? А, нет. Будет исполнено. А мне овца. Во имя света. А что, в овце? В овце яйцо? Почти. А, я понял. Завершено. Как прикажете? Исследование так, завершено. А у меня... А, это... Нету. А, это же еще варик третий, просто Reign of Chaos, да, правильно? Это да, это еще. Да, господин. Принц Артас, армия тьмы на подходе. А где? Ни шагу назад. Мы воины света. Мы не должны отступать. Где они? Воины света. Так они тупят, я если готов. Честно. Они тупят просто. Как скажешь? Лунный монах и его войска. Мы будем драться за Лордерон. А нет, это... Есть. Это не здесь, или так здесь. Точно. Мы будем драться да. за Лордерон. Мужики, к оружию! Мужики, к оружию! Парни, тает дерево. У меня древесины ужасно не хватает, потому что очень удачно расположен тут лесопилки. Они же оттуда не могут напасть по делам. Откуда кто? Это, не, мне, знаешь, что, мне напрягает, что они сейчас не нападают, по они, походу, дела. Копят силы. Вот это, я пошел. Ну, это как-то такое. Постройка завершена. Хорошо. Бою готов? Я готов. Готово. Ну тут удобно, что нет большого разброса войск. Типа тут не запутаешься, хорошо. Как в этих Frozen Throne'ах. Ну по сути. Опять работает? Хорошо. Все думал, когда хорошо. Же вы появитесь. Утр тащим. Смотри, какая у нас уже армия, просто легион. Да-да-да, легион, который... Снесем всю нежить. Легион, который, блин... Сольет сразу же после первого нападения. А, можно еще такие строить? А почему я не могу эту штуку строить? Ну, в плане... Мне надо что-то построить. А, оружейную мастерскую построить, чтобы бамбушки поставить. Так, у меня есть уже оружейная мастерская. Разве не общая? Постройте ферму. Ферма. Блин. Типа галочку да, поставить, чтобы общие войска были? Ну, нет. Хорошо. Нормально все. Нормально. Пусть так будет. Город наших так, где? Страх. Будет исполнен. Это что такое было? Сразу. Мне кажется, они там сразу сидят. Двинулись. Смотри, эй! Почту за честь. Эй! За веру и народ. Бой, сыны света! Воины света! Воины добра. А я даже не могу. Почту за честь. Ну это месиво, конечно. Тут хорошо очень стрелки выручают, если честно. Будет исполнен. Почту за честь. Бей их. Блин, их два лича, охренеть. Будет исполнено. Как прикажете. Ладно, забей на них. Будет исполнено. Пипец. Это сейчас начнется. За веру и народ. Ну, типа, они не сейчас больше, ты имеешь в виду, хочешь сказать... У них больше армия будет. У них было вроде 30, сейчас 70. Исследование завершено. Блиновые расходы. Строить этих мортирчиков, они всех раздолбят. Типа, и можно стенку делать из этих. Из. Да. Ну, стенку из пушек. Не пушек, блин. Так точно. Ну ты не понял, лучница. Я понял. Мне не верится. Так, где мой? Чего? Работяжник. Ну, я пошел. Ты прокачиваешь кузницу? А, да, да, все нормально. У тебя золото, 2000 золота. Ты где? Я не знаю, я устрою всех подряд. Вернее, я наоборот коплю, не хочу, чтобы расходы были. А, я понял. Сейчас.
Не хватает дерева. Нет, дерева нет, а золото до хрена. Вот это вот плохо. Новости же есть. Китайские выставки, там арты. Но, ну смотри, вот нам приходится какие-то есть вот эти огрызки с китайских выставок. А где новости, типа, ну, от самих близов? Ориентируются. Ну да, да. Что-то они, ну, для нас ничего не делают. К сожалению. Хорошо. Ну, типа, анонс сделали, все, хватит, ждите. В Бенжи написано. Ну, сейчас на Близконе выкатить. Постройка завершена. Надеюсь. А на Близконе уже будет, да, новое дополнение, трейлер, все дела? Хорошо. Или нет? По Вовке? По Вовке? По ты про Вову говоришь? Да. Исследование завершено. Да. Да, конечно. Должно быть. Типа, если не будет, то это все. Это будет фиаско, не знаю, Близкона, потому что, ну. Я не знаю способа вытащить Близкон только анонсом Вов. Можешь пропустить Артаса у меня? Я хочу сбегать, купить что-нибудь. Здравия желаю! Я вышел. Вернее, отошел. Да. Готов. Опять работа? Ну, я пошел. Хорошо. Так. Угу. Нормально. И Артас у меня, как всегда, оказался... В ненужном месте, в ненужное время. Нужное время не там, где нужно. Что? Кого? Чего? Вы были не готовы, парни. Вы не готовы. Таких приколов я не видел, парни. О чем вы просите? У тебя есть способности реса? Шестой уровень, да? Да. Хорошо. Рано еще. Так, нужно сейчас лекарями диспелить все. Будет исполнено. Скелетов нужно диспелить. Блин. К бою готов? Не, нормально, у нас, кстати, хорош. У нас нормально. Блин, они молодцы, вообще крутые чуваки. Я потерял бдительность на минутку, типа. Пошел уж к их базе в наглую. Оказалось, оно вот что. Так, нормально. За веру и народ. Будет исполнен. Фух. Как прикажете? Прикажете открыть... Мы что, отразили? Нифига себе. Отразили, нормально, все. Ну, они могут это еще подкормить. К бою готов? Не хватает... Золота мало у меня очень. Ну, в смысле золота? Что, ну, потому что у меня расход 10%. А, ну у меня тоже. Это ничего, это нормально. Блин, надо башню починить. Так... Жду приказаний. Так. А где у меня рабы свободны? Нет, нету, что ли? Да, господи. Блин, он за... Ну, у меня войском... Нормально ну, все. Я пошел. У меня хилов хорошо. Много, вот что хорошо. Хорошо. Сейчас я буду диспелить с вас вонючую... А, вонючее облако, кстати, не диспелится, ну, ядовитое. Я пошел. Хорошо. А за сколько даются расходы? Сколько? А, ну 0,50, все понял. 0,50. Можно, в принципе, застрелить кого-нибудь. Думаешь, стоит застрелить кого-нибудь? Не надо. Не буду. У нас нет таких правил. Мы не в древнем Риме. Да. Так. Да, ваше сядство! Есть! Не, нас просто не, ну прикольно. Прикольно. Я всегда, на самом деле, ты сейчас мою мечту исполнил. Я всегда мечтал поиграть вот в карты, типа против кого-то, в оригинальные вот эти вот стратежки. Куда стрелять? Тут и пожалуйста. Тут, ты отказался идти в 2П, потому что в 2П там боты именно, а не игроки, которые действуют именно по сценарию, по прописанному, они импровизируют как тут. 2П это типа, ну, это... то есть мы с тобой, да, но вот против... Да, сейчас только вот это нежить, это игры. Ну, хорошо. Но мне кажется, если мы с тобой вдвоем будем, то мы в любом случае будем выигрывать, почему-то мне тут кажется. Тут есть инсейн, есть нормал, уровень чего? Сложности. Ну, тут я пошел. На инсене... Исследование завершено. Ух ты, хорошо. Тут велосипедки поставлю. Исследование завершено. Наш город Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, что ты спалил. Потому что... Хорошо смеется тот, у кого большая пушка. Впереди. Дарик со всех сторон, все. Бой. Бой себе света. За веру и народ. В бой идут одни старики. У меня где-то Артас все хотел левел себе поднять. О чем вы просите? Мне неведом страх. Блин, некроманты. Как приказ.
Сейчас там некроманты плодятся. Давай, рассеивайте, братья. Ну, во, нормально. Ух. Будет исполнен. Как прикажешь? Блин, смотри на ХП. Я его убью, я его убью. Это мой священный долг. Давай. За веру и народ. Мне неведом страх. Смотри, на нас прорываются. Да-да-да, я иду, я иду, вижу. Не хватает золота. Мне не важны слова. Как? Опять работа? Хорошо. Ну, я пошел. Мое сердце жаждет битвы. У тебя тут вон стоит. Да я когда. Да. Все, мне дали, короче, рез. Нормально сейчас. Затащу. Бою готов. Опять работа. Ну, я пошел. Хорошо. Угу. 9 минут. Напали. Блин, Лич ушел. Это, наверное, все. Почему-то мне кажется, это ГГ. Не знаю. Может, у них сейчас какой-нибудь этот будет. Так они вообще сначала. Это же вообще вроде не черновые диалоги отправили на. Ой, блин. Да. Ну, не близовские же озвучивали, а просто сторонний разработчик. Ну, типа, да. Ну, давайте на российский рынок выпустим, посмотрим, как но получится. Они для российского рынка не очень постарались, особенно эти фразочки, когда много тыкаешь, они прям вот эти шуточки. О, гонец принес дурные вести. Немножко завонял. Отходи. Че, они там стоят и готовят силы. Да, хорошо. Хорошо. Ну, а, я понял. Пошел. Они как мобы, кстати, мобы также. То есть, ну, боты также делают. Ну да. Блин, ну это просто, смотри, паломничество какое-то из целителей. Так это на самом деле этот варкрафтовский какой-нибудь гей-клуб. Ой, блин, чё звуки? А, блин! Ой, замялся. Почему он туда пошел? Я не знаю. Я их выманил. Будет исполнен. Нифига, они еще и бафы. О, май гад. Так, ты нас справишься? Смерть! Потом тут очень огромная армия. Приемлю ваши слова. Я понимаю, но я стараюсь что-то предпринять, что-то сделать. Пытаюсь убить скелетов. Скелетов все больше и больше. Они тупо, короче, плодят труповозки. Туда же можно трупы загружать в... А, все понятно, Артаса убили, я что-то не уследил. Лох. Ой, блин, они прорываются. Все, все. Но 4 минуты, ребят, 4 минуты. Ополчение. Сражаться до последнего. Кому не сдаваться. Мое сердце жаждет. Да блин, что паладин не выделяется? За веру и народ. Артаса нельзя было, ну, жертвовать Артаса. Наш город осаждают враги. Чего? Ну, по сути дела, как бы сейчас, если остаточками удастся загасить, если ты еще резнешь кого-нибудь, то мы должны выиграть. Просрал? Ну, в принципе, мы выстояли, считаю. Это был последний прорыв, но, так сказать, последние силы Альянса, они смогли. Нам нужно этого убить, чувака, сто пудов. Где, какого? Ну что ж, приказывайте. Скоро уже идем! Еще больше 3 минут. Давай, пошевеливайся! Я хочу героя убить. Келл Тузада, недоделанного. Линк. Да забей ты на него, что он может. Он смог убежать, ладно. Так, они приперлись обратно. Да, наш город осаждают враги. Хорошо. И чё, я им ещё поднасру под конец. Как прикажете.
Механика на скелетах, мне кажется, ну самая вообще в Вовке, блин, когда я ей пользуюсь, да, офигенно выходит, красиво. Насрать, ты хотел сказать, или... Да, видишь, какая огромная рать. Огромная рать, да, я тоже согласен. Все, пошли, на зеленый. Резонно. Наш город осаждён. Ой-ой-ой, подать не будем, не будем, не будем. Будет исполнен. К оружию! Да, ваше сядьство! Есть! О чем вы просите? Да, минуту, минуту, живи минуту. Живи минуту, живите, живите, живите. Последних сил просто. Держитесь, братик, держитесь. Землю ваши слова. Опять работа. Ну, я пошел. На нас напали. Охренеть просто. Минута осталась. Мы неужели не сможем? Делай ополчение, не знаю, какое-нибудь, что-нибудь. Я уже сделал ополчение. Хрень. Ой, зеленые приперлись. Откуда? 59 секунд мы должны... Если мы выстоим 59 секунд, мы, считай, победили. Лови ядро. 50. Так, время медленно идет, давай быстрее. Давай, 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 давай. Так, 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 потихонечку, потихонечку, помаленечку. Давай, давай. Бей его, бей его. Нет! 17! Так мы живы, Алёна, с фермы смотреть. Ну фермы-то ладно, как бы, но... А, и утро. Убили. Так, самое, знаешь, самое главное, сохранить одного рабочего хотя бы, потому что если... А у меня вон, смотри. Все, задание выполнено. Мы выиграли, мы выиграли. Да! О, это было вообще, это какая-то чума просто, смотри. Мы выиграли, кстати, по сценарию с тобой очень ровненько, смотри как. Прям то все есть, как и должно быть. Все по лору, да, все по лору. Только Арта сдохла, жалко. Сценарий воскресил его. Свет дает мне силы. За лорда Рон, за короля. О, король прибежал, смотри-ка. Вы король это утро. Проклятье. Ты даже не представляешь, как вовремя ты появился. Рано праздновать победу, сынок. Бой еще не закончен. Представляешь, какой, каково нежити обидно на самом деле. Ну, немножко протупили, протормозили. Чуть-чуть капелька просто. Ну, 10 я секунд. Я удивлен, можно. Что тебе удалось сдерживать их натиск так долго, мой мальчик. Мой мальчик. Если у них более близкие знаешь, отношения, чем ты думаешь. Я сделал все, что... Фирменная фраза утра. Конечно, если бы у меня за спиной был легион всадников. Сейчас не время мечтать. Это только начало. Ряды нежити пополняются каждый раз, когда... Пишут, победа не засчитана. Я считаю, что мы победили. В смысле, засчитана? Ролик идет. Засчитана, да. Если понадобится, я сам отправлю в Стратхольм. Эти ферму уничтожили, это да. Тише, мой мальчик. Тише, мой мальчик. Несмотря на всю твою храбрость, тебе не удастся в одиночку... Тупо вурдалаки с баблами лежат. Кто командует легионами мёртвых. Тогда счастливо оставаться, Ута. Я ухожу. Типа мёртвые, но не мёртвые. Артас какой просто придурок. 18 лет чуваку и куда-то попёрся. Ну, да... Так он единственный, кто соображал, логически думал. Не забудьте подписаться на канал. Здесь вы найдете множество роликов на тематику Warcraft. Как юмористических, так и касаемо истории вселенной. Музыкальные клипы по играм и фильмам. Видео про актеров дубляжа. Различные обзоры и многое другое. Также можете подписаться на группу ВКонтакте и Инстаграм. Все ссылки в описании к видео.